и угол, посмотрите, А вот теперь мы поднимемся на это, да? А дальше уже называется дело техники. Хочешь зайти? Думай. Вот если красный один, он уже сюда не проберется. Ты должна сделать вот так и вот так. Надежде Вненковской в этом году исполнилось 18 лет. При переходе во взрослую жизнь она обязана пройти медицинское переосвидетельствование по группе инвалидности. Для этого девушка лично должна явиться в БИРУМСЭК. Если бы не мама Надежды Наталья, забраться на крыльцо учреждения в Кировском районе по адресу Химградская, 11, самостоятельно не вышло бы ни при каких обстоятельствах. Несмотря на то, что Надя чемпионка мира по армрестлингу, даже ее сила рук делает ее здесь беспомощной. Смешно, как бы учреждение, которое должно быть готово к приему людей с маломобильных групп, да, населения. Здесь же в основном идут все-таки с инвалидностью и очень много с поражением опорно-двигательного аппарата. Это либо колясочники, либо которые прихрамывают, либо на костылях. Ступеньки очень плохие, выщербленные. Я здоровый человек, мне сложно было подняться. А когда увидели пандус, это было все, конечно. Входная группа в БИРУМСЭК в плачевном состоянии. Кафель на лестницах выбит, пандус проложен под острым углом, держатель с одной стороны, ржавый, металлический, навеса нет, дождь льет прямо на пациентов, полозья не по размеру. Взрослая коляска не проедет, на спортивной инвалидной портится обод. Вот здесь есть обручи на коляске. Вот, когда колясочек едет, они держатся, они передвигаются вот так. Естественно, если мы поцарапали его, получается заусенки. И все это царапает ладошки, потому что размер неподходящий. Руководство учреждения занимается проблемой, говорит главный эксперт Татьяна Аникеева. С 2012 года пишут письма на оказание помощи в разные городские и краевые инстанции. Средств не выделяют. И только в этом году дело, возможно, сдвинется с мертвой точки. 28 марта 2018 года нам выделили деньги на проектно-сметную документацию. В настоящее время объявлен аукцион, и таким образом, я полна надежд, что, по крайней мере, может быть, к концу этого года мы уже сделаем ремонт входной группы, и доступная среда будет создана. Добавим, что услуга по экспертизе доступна и в другой форме. Если вам сложно добраться до бюро на Химградскую, 11, экспертов можно пригласить домой или приехать на обследование в поликлинику по месту жительства, оповестив заранее врачей МСЭК.